Двух алтайских школьниц оштрафуют за телефон и шпаргалки на ЕГЭ. Такое решение приняла краевая экзаменационная комиссия. Первый случай произошел 4 июня во время ЕГЭ по истории. Барнаульская выпускница принесла в аудиторию телефон. Сотовый зазвонил, когда девочка уже сдавала работу. Второй инцидент произошел накануне. 11-классница из Поспелихинского района воспользовалась на ЕГЭ по русскому шпаргалками. Обе девочки были удалены с экзамена, а результаты их работ аннулировали. Теперь пересдать предмет они смогут только в следующем году, а за нарушение им будет выписан штраф. Мы передаем в органы надзора, в отдел по контролю и надзору в сфере образования. Они, в свою очередь, проверяют материалы, смотрят видео, составляют административный материал и передают его в суд. Согласно статье КАП, то наказание от 3 до 5 тысяч. Стоит отметить, что школьницы смогут сдать другие экзамены, которые они запланировали. Причем барнаульской выпускнице путь в ВУЗ пока открыт. История – это предмет по выбору. Правда, поступить она сможет лишь на ту специальность, где история не нужна. А вот нарушительница из Поспелихинского района, которая попала со шпаргалками на обязательном ЕГЭ, дорога в университет закрыта. Она получит аттестат на базе 9 класса. И поступить сможет только в средние специальные учреждения.